Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давайте с вами посмотрим расклад, да, как он вас вспоминает. Вот запрос такой пришел. Для начала давайте посмотрим, во-первых, что за мужчина. Притяните его сюда в расклад, подумайте о нем. Вспомните его глазки. Вообще вспомните его. Приходите на личные расклады, на диагностики, на воски. Если что-то в жизни пошло не так, и исправить это другим путем невозможно. Итак, давайте посмотрим, что за мужчина, кто он, который вспоминает. Так, это может быть госслужащий, военный. Важна, знаете, как-то очень важен рост свой, карьерист может быть мужчина. Но такое ощущение, что все равно какой-то, знаете, закрытый от людей. Закрытый человек, да, много может общаться, может сплетничать, любит всякие новости, да, и человек пытается контролировать свою жизнь, человек может быть волевой, проявлять силу любую в характере, в упрямстве, да, такой человек, который свои границы охраняет, да, мое это мое, никого не пущу больше. Ну, так давайте посмотрим, а вспоминает ли вообще для начала, да? Вспоминает ли вас человек вообще? Вспоминает ли вообще? Да, вспоминает. Четверка жезлов. Здесь человек вспоминает места встреч, насколько было ярко, изобильно, круто. Насколько вы ждали, он ждал этих встреч, возможно, да? Сколько вот всего было? Именно места какие-то теплые, да, куда вы ходили, какие там были взаимодействия у вас, какое там было, да. Вот эти приятности все, там он как-то чувствовал себя победителем, там он чувствовал себя в своей тарелке. Такое ощущение, что реализовывались там какие-то его мечты. Какое-то представление о вот моментах, да, вот этих вот. А потом какая-то сразу убитость. Такое ощущение, что вас развело, понимаете? По десятке мечей, скорее всего, девочки, вас просто развели высшие силы. Десятка – это вообще энергия такая, да, которую человек, ну, тоже не может сам проводить себе. Это очень много энергии, да, почти… ближе там, к тузу уже, да, много энергии, переизбыток. Что-то стало, да, обострять ситуацию, какая-то появилась тяжесть, убитость во встречах, в отношениях, да. Что-то вот, может быть, стало больно, да, все равно мечи – это больше такой вот резкости, да. Тут, скорее всего, растащили вас. И движение началось, да, по разные стороны баррикад. Растащили, поставили и подопнули в разные стороны. И по восьмерке жезлов, да, жизнь пошла уже. Побежали в другие, вот в противоположные стороны. Каким словом вспоминает он лично вас, да? Не ситуации там какие-то, а вот вас вообще. Женщину, которая меня смотрит, императрицу. Каким сом? О, дьявол. Я аж охрипла. Дьявол, девочки. Он вспоминает вас как дьяволицу, которая манила, которая к себе примагнитила. Сексуально чертовски. Вкусно пахнет. Умеет смотреть так, да, что пот выступает, да. Мурашки по коже, да. Волосы встают везде дыбом во всех местах. То есть здесь ого-го. Женщины-энергетики такой, который вот... Ну, все у вас, понимаете, то есть вы обладали той энергией, которая, знаете, вот вам делала статус, статусность. Дьявол – это энергия денег и секса, деньги и секс. Это, знаете, вот запах дорогого коньяка, понимаете, который выдержан был, я не знаю, сколько там, миллиардов лет. –
вспоминает также о вас, что вы лёг, вот какая-то легкость была, понимаете? Вот у вас, вот в конце нет, а вот, может быть, поначалу, ну вот какая-то легкость. Вы веселая, с вами можно было чудить, веселиться, куда-то выходить, любители праздников, каких-то посиделок, да, что-то вот такое вот. И с вами у него был контакт. Шестерка пентаклей. Контакт у него был найден. То есть такое ощущение, что, как, знаете, как договоренность. Вы ему, он вам. Вот вы ему, он вам. Вот так вот было. Он вам протянул руку помощи, когда необходимо было, да. Вы ему. Такое ощущение, что два человека друг другу помогли в чем-то. Вспоминает. Вы так, то на период, когда были с ним, могли чему-то обучаться, учиться. У вас очень много было каких-то планов на это. Да, что-то вы хотели делать такое. Себя поднять. И это вот взаимодействие было связано с людьми у вас. Вы так, кто умеет подходить, находить к людям подход. Вот как он вспоминает. Вы к нему нашли подход свой. Вы нашли то, что ему понравилось вас. То есть вы были такой, какую ему надо было, да? Ну вот по первости, может быть. Шестерка чаш говорит о том, что вы та, вот я и говорю, что вот ваша какая-то деятельность, либо вы обучались, да, вот чему-то именно... взаимодействовать с людьми не просто, да, вот как, ну, формат какой-то либо работы, да, деятельности, а вообще. Такое ощущение, что вы обладаете неким таким чутьем подхода к людям. По солнышку вы очень яркая, самодостаточная, эгоистичная, любите себя, любите мир, у вас доверие. Такое ощущение, что у вас, да, какая-то дружба со Вселенной. То есть такое ощущение, что вы вот именно в каком-то потоке. Вы вошли в этот поток вот Вселенной. Да, что он еще, да, каким словом вас вспоминает? Восьмерка чаш, разошлись. Вот именно по чувствам здесь. Неудовлетворение в чувствах. Он и вспоминает именно вас, восьмерка чаш, да, вы ушли, потому что были, не нашли в нем то, что хотели. Вы пошли искать дальше. Вы ушли, потому что понимали, что человек вам не дает именно чувств. Эмоций, да, но не чувств. По последним, да. По жизни вы победитель, он так и вспоминает. Вы победитель. Даже в этой ситуации с ним вы победили. Потому что вы такая вот непредсказуемая. Вы очень яркая. Вы креативная. Вы, ну, чертовка, да, такая. Магнетизма в вас, вот я не знаю даже в какой степени, но это очень много. Вы любите побеждать, вы именно лезете на гору. Пусть вам будет трудно, больно, плохо, не получаться, но вы та, которая упираетесь рогом, вы все равно победите. И это касается, между прочим, взаимодействия с людьми, то, что у вас происходит. Да? То есть вы всегда победитель. К вам могут обращаться зачем-то. То есть вы та, которая знаете, да, то есть вы уже можете достигнуть чего-то, к вам приходят, да, чтобы тоже что-то узнать. Очень много думаете, раздумываете, и то, что сейчас у вас с этим человеком, да, может быть, тоже ушло в тишину. Я не вижу здесь ссор,
по крайней мере, здесь мне не показано. Я вижу, что просто растащила вас в разные стороны, как жизнь развела. Ну, вот так получилось, да, и вот одна дорога пошла в абсолютно противоположные. Скорее всего, молчанка может быть здесь, да. Два человека друг о друге вспоминают, вот. Но ничего здесь, никаких трений, да, так сказать, не происходит.